Трудно поверить. Некогда здесь кипела жизнь. Большие города, шумные восточные базары, кварталы ремесленников. Море поглотило все, чтобы спустя века вновь обнажить эти уже пустынные и безлюдные берега. Источники 9-14 веков повествуют о катастрофическом поднятии уровня Каспия, которое привело к упадку и разрушению городов. Мало спокойных дней оставляет Каспий подводным археологам. И все же каждый сезон начинают они с надеждой на удачу в поисках затонувших городов. Изменчивость берегов Каспийского моря была хорошо известна уже в античные времена. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас древние карты и описания путешественников. Thank you.
Еще в 19 веке здесь было дно моря. Волны годами размывали культурный слой, а когда отступили, на суше оказались остатки мастерских ремесленников, гончаров, их изделия и печи для обжига. В последние годы уровень моря вновь повышается. Волны размывают берега, обнажается культурный слой. Как всегда, среди находок главенствует керамика. Лишь она, неподвластная войнам и катаклизмам, несет нам подлинные свидетельства тех далеких времен, когда узор на глиняной посуде и ее форма точно фиксировали место и время ее изготовления, а по клеймам на горшках мы сейчас знаем мастеров по именам.